нашої студії вже сьогодні завітала наша постійна гостя Тетяна Комарова, тренер з йоги. Доброго ранку вам. Вже третю передачу ми робимо, кожного тижня робимо якісь вправи для обличчя. Я сподіваюся, наші глядачки точно повторюють. Я інколи теж намагаюся робити, коли є в час. І сьогодні що ми будемо робити? Сьогодні вже підсумкове таке. Я думаю, чи після трьох тижнів вже сьогодні так, щоб повністю закріпити ефект, кажіть вам слово, що сьогодні робимо. Спасибо, доброе утро всім. Начнем сразу конкретно со всей гимнастики, хорошо? Единственное, что хотела напомнить, что обязательно сходите к остеопату, потому что если косточки стоят неровно и мышцы уже перетянуты, то тренировать по-разному мышцы в тонусе, они так по-разному и затренируются. Поэтому все-таки визит к остеопату полезная вещь. И следующий элемент, обязательно начинайте практику только после разогрева, особенно если вы это делаете утром, вы обязательно разогреваться. Я давала на прошлом телеэфире такую активную, мощную практику движения плечами. Ну, взагалі, варто завжди пам'ятати, перед будь-якими тренуваннями треба розім'ятися трошечки і розігріти тіло, щоб не було... Не трошечки, а дуже добре. Активно треба розігрітися. Хороший розігрів – це половина успіху і правильної роботи всіх мишц. Можна робити такое движение, да, мы говорили. Так. Можно делать веселое движение, если вы обладаете хорошими голосовыми данными, вы можете распевать «а», «и», «о», «е». Это ванна, это громко, это красиво. Разогреется здесь, разогреется шея. И можно даже покрасивее музыку. Да, можно под музыку это делать. Есть еще более другие, скажем так, упражнения. И сегодня я их покажу. У нас есть плечо, у нас есть ухо. И мы подтягиваем плечо максимально к уху, и затем совсем немного уха к плечу. То есть основной элемент все-таки плечо к уху. Держим так 20 секунд. Это дает нам напряжение мышц спины, шеи. А потом отпускаем через 20 секунд, и нам нужно эти же мышцы растянуть. Ощущение, что мягенько текут мышцы между вашими руками. А це обов'язково робити повільно, так, плавно, щоб не різко. Не різко. Есть несколько вариантов. Сегодня мы более спокойный вариант обсуждаем. Это же движение, это же сторона, тоже движение плеча вверх, но подтягиваемся мы затылочком. Основная масса движения все-таки от плеча к затылку. Я тоже пробую трошки. Да, это интересные упражнения, они грамотные, это важно. Это я вам как остеопат говорю. И плавно отпускаем вниз. Нам опять-таки нужно эти же мышцы, да, почувствовать, как ткани под вашими руками текут. Если вы будете обладать сенсорным интеллектом, вы очень быстро поймете эту историю, и вам это будет даже нравиться. Обязательно нужно сделать на это плечо, потому что итак, плечо к уху, а ухо к плечу. И удерживаем 20 секунд. Конечно, мы сейчас, может быть, не все 20 секунд удерживаем, но, тем не менее, мягко отпускаем. Это же и мышца. Растягиваем, да? Да. И растекание под вашими руками. Для девочек лебединая длинная шея – это всегда актуально. Особенно и после под твоими руками. Только затылочек при этом назад. Так что тебя за макушечку кто-то ведет. Хорошо. И теперь это же только затылочком. Плечо и затылочек. Еще. Да-да-да. Вы понимаете, что мы вот так часто делаем, да, интуитивно? Подтягиваем плечи, да? То есть это мы хотим снять напряженности в мышцах шеи. И снова. И там, да. Да. Вообще подсознание очень мощная вещь. Знает буквально все, интуитивно мы часто делаем. Вот и движение плечами назад, вниз, абсолютно точно. То есть мы снова включили и мозг, и шею, и мышцы лица, и мы готовы. Тобто сидимо зранку, дивимось програму «Новий день», трошечки розтягуємося, собі робимо вправи. Отлично. Ідеально, так, ну, на диванчику, не треба нічого ставати, да. Хорошо. Так, всем нравится душ, пальчиковый душ. Вы помните, мы это делали, да, по всему лицу. И когда вы подходите к голове, я бы вам сегодня советовала более активно. То есть вы нажимаете и с усилием растягиваете. Причем здесь нет симметрии. Вы идете за ощущение. Да, сам, прямо так? сильно и потянуть стороны. Здесь прорабатывается.
и такой скальп сухожильный, и хороший ток крови получится, прям вот активненько. Если вы себе это будете делать, у вас меньше будет когда-либо болеть голова, у вас хороший отток жидкости любой, лимфы, и вот не нужно нам с утра, будет хорошо идти. И вот вы готовы, физически разогрелись, да, и можно начинать непосредственно уже с лица. Начнем мы с круговых мышц лица. Мы уже это делали, значит, очень сильно активно сжимаем. Так, ну кладем... я не зможу повторювати, але ви дивіться, запам'ятовуйте, так. Я за двоих сьогодні. Указательные пальчики над бровями, большие пальчики под веком, сильно-сильно-сильно сожмуриться, и движение очки-лисички, вот верхние пальчики указательные вниз, а нижние большие в стороны, и снова мы это держим 20 секунд. Прям сильно напрягаем мышцы глаз, такое ощущение, что реснички прямо внутрь и впились там. Угу. Ого. Потом, да, упражнение нужно теперь делать максимально, мы же договорились. И выдох, сжатые губки, практически тяжело выходить воздуху на горизонт. Тогда еще любят девчата делать на фото. Они, наверное, занимаются активно. Да. Для лица или фейсбилдинга. Каждого раза, когда да, и плечиками так хорошо все делают. Отлично. Это были круговые мышцы. Теперь лоб. Мы говорили о том, что это нужно. Не обсуждается. Отлично. Значит, мизинчики укладываем на серединку лба. Остальные пальчики прямо над бровями сильно-сильно. Натягиваем кожу лба вниз, а взгляд направляем вверх. И прям чувствуем, как мышцы лба активно напрягаются. Это не очень приятное упражнение, возможно, для некоторых, а возможно, никто там особо что-то не услышит, но здесь как у кого пойдет. Но сильное движение должно быть. Удерживаем 20 секунд. Красавица? Такая цікава вправа отобразилась на когось. Я у фейсбилдинг и закрылась. И потом мы тоже слышим, чувствуем, развиваем интеллект сенсорный. Когда у вас расправляются мышцы, более того, вы услышите и свой затылок, и височки, и шея. Очень хороший прилив крови и разогрев. И дышим на горизонт. Не забывайте подышать, особенно если у вас красивое зеркало в ванну, можно все это делать. Так, такий відпочинок після вправи, так? Да. И настройка дыхания тоже. Следующий элемент. Хотела спросить, чи допоможуть якісь, можливо, маски чи креми? Ну, крема Танюша, для такого. Не відволікайте. Я інструктор. Да. Так, а это уже косметологам. Ага, да. Меня интересует функциональность тела и функциональность лица. И я считаю, что, ни одна маска не способна сделать то, что может сделать сам организм со своим телом. Работая вот таким вот образом, мы даем приток всего, что нужно, всего, что задумал создатель дать нам, и прорабатываем вот это, то есть и выход питательных веществ, и все-все-все. Ну, к сожалению, маски есть тоненькие. Бизнес и есть реальность, которую нужно делать. Следующий элемент, мы укладываем пальчики под нижнее веко. Нас интересуют вот эти складочки, может быть, морщинки, если их нет, еще лучше. Движение этих мышц. Мы натягиваем губы вниз и слушаем, должно быть движение здесь. Можно для начала сделать несколько движений, чтобы вы услышали, а потом это уже в статике. И потом снова отпускаем с полным ощущением, что вот здесь уже все хорошо. Несколько раз, да, несколько раз выдохнуть, это замечательно. Далее у нас нос, мы хотим, чтобы носик был узеньким, не поплыл никуда, да, и чтобы носогубочка хорошо себя чувствовала. Очень интересное упражнение, у нас есть хрящик на кончике носа, мы его прищепочкой захватываем, второй палец, все равно где какая рука, второй палец под кончик носа, и такой поросячья мордочка. Вот. И после этого мы опять-таки активно натягиваем верхнюю, среднюю, это уже средняя часть лица вниз. Это и ждем, да, и ждем
прогрев вот здесь, прям ждем прогрев. Если здесь вы ничего не слышите, значит, вы что-то делаете неправильно. Значит, надо активнее подтянуть, сильнее натянуть мышцы, уже усилием. Тобто вже з першого тренування ми маємо щось відчувати. Якщо не відчуваємо, то неправильно. Значит, еще, еще, пока не почувствуете. Повторюйте. Значит, вам это нужно, там очень спящие мышцы. Следующие, это вот эти вот части нашего лица, да. Тоже нуждаются, да, там яблочки и все, все дела. А, буковкой О, только не выпячиваем, это не уточка, а О, мы остаемся на зубах, О. И движение. Здесь не челюсть движется, здесь именно мышцы лица движутся. Очень сильно, очень активно, прям вот хорошо, хорошо, хорошо. Я сделала. Так, да. И мы не забываем, что мы потом после 20 счета 20 обязательно делаем выдох, даем расслабиться и успокоиться мышцам. Это целый комплекс, это да. Повторювати. Да. Сегодня комплекс, сегодня в подарок. Слухайте, ну повторюйте, бо дійсно це реальний подарунок, такі вправи, це допоможе швидко привести і обличчя в порядок, і підтягнути те, що вам не подобається. Тож на різні частини обличчя є вправа, тому я думаю, можна десь більше пропрацьовувати, десь просто для профілактики. Дякуємо вам за такий заключний сьогодні ефір, але я думаю, всім буде і до вподоби, і до дійсно потрібні такі вправи. Дякуємо вам. Нагадую, Тетяна Комарова, тренер з йоги, сьогодні була у нашій студії.